Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев, Паш Кошелев и, конечно же, Сафик 1234. Ребята, прошлый ролик про мороженщика собрал безумное количество просмотров, и поэтому мы решили снять вот это вот видео. А именно, мы сегодня снимем маску со злого мороженщика, и вы узнаете, кто под ней вообще. Смотрите, мы тут подготовили очень интересную систему. Во-первых, мы вот такие вот объявления, видите, студия Аришнева, самое вкусное мороженое, расклеили по всему городу. Этим Пашка занимался, чтобы заманить мороженщика именно на нашу студию, чтобы поймать его в ловушку и снять с него маску и посмотреть, кто под ней вообще. У нас есть вот такая ловушка. Смотрите, коробочка. Самое вкусное мороженое. Ребята, не знаю, поведется ли на такую коробку мороженщик, но объявление просто великолепное. Он должен как минимум сюда прийти. Если он придет, то он точно заметит это. И тогда, ну, откроет. А когда он ее откроет, то здесь у нас уже стоит обогреватель. Мы его включим из своего укрытия, обожжем мороженщика, и тогда у нас будет шанс снять с него масочку. Ребята, план просто гениальный. И самое главное, ребята, это чем я занимался. Это вот строил вот это вот укрытие. Оно находится в 2 метрах прямо от коробки. Здесь, через эту небольшую щель, мы сможем наблюдать за коробкой. И смотреть, когда мороженщик придет сюда. Плюс у нас по всей студии расположены видеокамеры скрытого наблюдения. И через них, вот прям через вот этот вот телефончик, мы сможем наблюдать, куда он направляется. Давайте быстрее в укрытие. Здесь находится самая надежная коробка. Конструкция. Сверху у нас вот такое одеяло, чтобы, если что, глушило лишние звуки наши там хихи-ха-ха. И мороженщик ничего не заподозрил. Мы здесь сидим уже полчаса и... никто так и не пришел. Ну хорошо, что мы установили камеры видеонаблюдения. Они обновленные и теперь даже звук записывают. Мы сможем услышать, что говорит мороженщик. Если мороженщик придет сюда к нам, хотя бы сунется на наш этаж, мы сразу же об этом узнаем. Пацаны, это же сигналка работает, ё-моё. Так он к нам уже на этаж попал. Надо вырубить сигналку, когда ёкарно бабай. Я сейчас у них съем все мороженое. Он смеется, идет. И сказал, что заберет у нас все мороженое. Не кричите так громко, он нас может услышать. Хоть тут и есть звуковая защита, но все равно он может нас услышать. По коридору идет. Куда он идет-то конкретно? Не, ну пацаны, я мог вас поздравить, то что он на нашу уловку повелся. Поэтому 100% найдет наше мороженое, и мы снимем с него маску. В среднее помещение. Не зашел. Вкусное мороженое. Все мороженое съем. Прямо на камеру смотрит. Вот гад. Вот вы где. Он заморозил одну из камер. Она теперь не работает. Так как? Он тогда тебя в прошлый раз заморозил. Я помню. Среднее помещение мы тоже используем для съемок. Наверное, он туда и пошел, потому что знает, что мы постоянно тусуемся там. А сейчас зайдет, наверное, сюда. Где мое мороженое? Ребята, он в большое помещение зашел. Вон идет. Вон Пашка аж в шоке. Ах, вот это мороженое. Подошел к коробке. Сейчас ее откроет. И ловушка сработает. Именно по этому объявлению я пришел. О, про объявление говорит, что оно сработало. И он на него клюнул. Я же говорил, объявление вот. Сафик расклеивал. Так-то это я расклеивал, если что. Что тут у нас? Там что-то мешает. Пацаны, обогреватель не включается. Там красная кнопка подписаться. Она, видимо, блокирует обогреватель. Он не может включиться и обжечь мороженщика. И как ее убрать? Ребята, спуститесь под ролик и нажмите на красную кнопку подписаться. Вы тогда сделаете ее серой. Красная кнопка пропадет. Обогреватель начнет работать. И мы тогда сможем застать врасплох этого мороженщика, когда его обожжет обогреватель. Вот оно мое мороженое. Ах, горячо и начинает таять.
Все, ребята, кнопка исчезла. Ему становится плохо. Сейчас мы ворвемся, ребята. Спасибо вам огромное, то, что нажали на красную кнопку подписаться. Пацаны, воды отдохнут! Да! Ух, нифига! Стой! Пацаны! Иди сюда! Мороженщик! А ну стой! Стой, зараза такая! Блин, что делать-то? Нога замерзла! У меня есть идея одна! Пашка, тащи обогреватель или какой-нибудь огонь! Оттерите мою ногу уже наконец-таки! У меня есть вот эта штука! Давай, так... Включил? Горячий включай! Давай, включаю горячий. Кипяток, чтобы был! Все. Вот, уже растаивает, нормально, Артем? Да! Есть, победа! Капец, пацаны, нам нужно что-то предпринимать. Я не знаю, что делать. Мороженщик сбежал, но мы смогли его ошпарить обогревателем. Он по-любому где-то на студии прячется. Да, где-то в том месте, где холодно. Блин, мы должны как-то за ним посмотреть. Он заморозил блок управления камер. Я даже не смогу посмотреть по камерам, где он находится на студии. В прошлый раз мы использовали машинку на пульте управления. Мы туда экшн-камеру ставили. Точно! Давайте повторим это и в этот раз. Поставим камеру на машинку, на радиоуправлении и посмотрим в коридоре, куда он делся. Ребята, он не сможет заморозить эту машинку, потому что она просто всегда в движении. Так, неси машинку и погнали. Так, фух, я уже приготовил конструкцию. Вот камера, ребят. С помощью нее мы сможем снять его максимально безопасно. Выехали в коридор, ребята. Сейчас наблюдаем с помощью машинки. Какие-то следы мокрые остались. Видимо, это от того, что мороженщик начал таять. От того, что встретился напрямую с обогревателем, который мы для него подготовили. Пашка, там следы, если что, ледяные. Ну, он же тает, и ему нужно где-то восстановиться. Поэтому сейчас нам нужно как можно скорее его найти. Наверное, если бы я был мороженщиком, я бы пошел в главный склад. Сейчас туда заеду. Заезжаю. Вон, смотрите, мороженщик прям в морозилке сидит. Главное, чтобы он машинку не обнаружил. Теперь я остановился от этого дурацкого обогревателя. Теперь я снова полон сил. Вставать начал, вставать! Смотрите, он к машинке подходит. Я тут заметил ее. Он взял ее в руку, ёкал меня, пацаны. Газуй, газуй! Теперь я с вами со всеми разберусь. Нет, нет! Он заморозил машинку! Все не работает! Капец, пацаны, что делать теперь будем? Мы остались без камер, без сигнализации, без машинки на пульте управления. Вы чувствуете, как холодает на студии? Да, и, видимо, мы остались еще без отопления. Мороженщик хочет заморозить всю нашу студию. Если его план в том, чтобы всю студию нашу заморозить, он тогда нас издалека загасить сможет. Давайте просто накидаем идеи, что мы можем сделать? План, так, мы можем попробовать разделиться, чтобы спрятаться от мороженщика и в случае чего атаковать его. Давайте сейчас найдем какие-то горячие предметы или сделаем то, чтобы наша температура вокруг повысилась. Можно обогреватель взять, можно фен там взять. Я одену несколько слоев одежды, чтобы было горячо, и возьму обогреватель. Тогда разделимся, и каждый найдет свой способ, как мы можем согреться. Мороженщик с самого начала пришел в среднее помещение. Как же здесь холодно. Вырубил здесь камеру, поэтому вряд ли он сюда придет во второй раз. Смотрите, в этом помещении 4 батареи. Первая, вторая, и у окошек третья и четвертая. И мой план очень простой. Я взял с собой плед, которым смогу хорошенько укутаться и сесть около одной из батарей и попытаться переждать этот дикий мороз. Я не представляю, сколько много силы стало у мороженщика благодаря этой морозилке, что он аж смог пронизить холодом всю студию. Ребята, я взял 4 штуки одежды. Вот, сейчас я их одену. Мне станет очень тепло. И плюс еще я возьму вот этот обогреватель с собой. Пацаны, ладно, это мы сюда закидываем. Ну и одеваем одежду. Мой план самый лучший. Я просто гениален, ребята. Ладно, все. Фух.
Ребята, смотрите, как выглядит мое убежище. Я нашел вот такую вот палку, которая меня подсвечивает и в той же степени греет руки. Также здесь есть тот самый обогреватель, который обжег Рода. Вот он у меня стоит. Ну и на мне около 4 или 5 свитеров, в которых мне довольно-таки тепло. Фух, ребят, моя тактика заключается в том, что я зашел в душевую со своими 2 пацанами, дикими львами, так сказать. Ну, это 2 фена, в общем. И так как эта комнатка максимально маленькая, тут еще находится бойлер, который обогревает большую площадь нашей студии. И плюс еще 2 этих фена. Я просто закрою сейчас дверь в это помещение, включу фены и буду просто кайфовать от жары. Это просто феноменально! Ребята, знаете, я хочу вам сказать, что недавно проходил обследование в больнице. И просто не поверите, что врачи у меня обнаружили. Тут такая холодрыга, а мне еще постоянно плохо. То кости ломит, то подташнивает чуть-чуть. Дело в том, что врачи у меня нашли очень редкое заболевание. Оно связано с недостаточным количеством лайков. Я иногда не понимаю. Ролик смотрит 1,5 миллиона человек, а лайков может быть всего 40 тысяч. А мы с нашей командой так стараемся. Поэтому мне иногда становится очень плохо. Голова кружится, подташнивает. Поэтому, пожалуйста, чтобы я смог приложить все усилия и снять маску с этого мороженчика, поставьте под этим роликом много лайков. Давайте хотя бы 100 тысяч соберем, чтобы мне стало получше. Я смог все силы в кулачок собрать и... Как снять маску с этого мороженчика? Сейчас сильно тратить не буду. Накроюсь пледом и постараюсь хоть немножечко согреться. Спасибо тебе, если лайк поставил. Так. Где же эти блоки? Сейчас я всех поймаю. Капец, ребята, он прям рядом со мной. Он в любой момент может ко мне подойти. Он идет сюда. Сейчас я задержу дыхание, чтобы он меня даже не услышал. Показалось. Ну ладно. С каждой минутой на студии становится все холоднее. Так. Кажется, это мороженчик. Вдруг он меня заметит. Так. Тихо. Главное, чтобы он не подошел ко мне слишком близко. Если он меня найдет, то он меня 100% заморозит. Горячо, не подойти. Ну ладно, поищем в другом месте. Кажется, меня спасла батарея, около которой я сижу. Мороженщик боится к ней подходить, она еще совсем чуть-чуть нагреет. Фу, я уже думал, мне конец. Здесь я еще не смотрел. Нет, я, кажется, слышу мороженщика, который прямо сейчас идет ко мне. Я чувствую человеческое тепло. Тут точно кто-то прячется. Ага, вот я тебя и нашел. А, слушай, нашел. Нет, отойди, стоять здесь, не двигаться. Надо звать пацанов. Вроде получилось его задержать, пацаны. Ой, меня идет! Надо срочно найти Артема, найти Сафика и уже разобраться с этим монстром! Пацаны! Пацаны! Ребята, пацаны! Что сейчас такое произошло? Мороженщик нашел мое укрытие и практически заморозил меня. Но мне удалось его одолеть с помощью 2 моих корешей. Ну, не вас, ну, 2 фена я вот так вот направил на него и смог остановить. В общем, сейчас он находится в туалете в складе. И нужно как-то быстрее окончать эту историю. Пацаны, пока я там сидел, я кое-что понял. У нас есть бойлеры с горячей водой. Мы можем его окатить, и он растает. Как вам план, а? Пойдет Пашка. Все, давай. Да не. Давайте решим вопрос по-мужски. Выставляйте кулачки. Давай. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3.
Артём, план такой. Ты идешь туда, кричишь на него, не знаю, все что угодно. Главное, чтобы он побежал за тобой, но тебя не заморозил. Ты прибегаешь туда, к нам, в душевую. Мы с Пашкой будем стоять там с двумя лейками, с горячей водой. И когда он прибежит, мы начнем включать воду. Он испугается, либо он сам маску снимет, либо мы с него снимем маску. Обогреватель нам не помог. Почему вы думаете, что нам горячая вода поможет? Ему просто некуда будет деваться. Мы его, по сути, горячей водой растопим прямо на месте. Артём, это 100% вариант. Пойдешь со мной. Пашка, по позициям. Артём, давай. Мы тебя ждем. Погнали. Мороженщик, маска снять. А вдруг он в помещениях остался сзади меня? Или стоит все-таки вперед пойти по тому коридору? Блин, ребят, вот вы же по-любому видите на видео, где более холодное место. Там есть мороженщик. Какой из коридоров более холодный? Вот этот или который впереди меня? Я не знаю, где мне именно искать мороженщика. Может быть, на видео есть какие-то артефакты, какие-то эффекты, которых я не замечаю. У нас в камере встроенный тепловизор. Много людей пишут в комментариях, что нужно идти туда. Даже не знаю. Напишите тоже в комментариях, что стоит идти вперед, если нужно идти по этому коридору. Если надо вернуться назад, я вернусь. Вперед, вперед, вперед. Иди вперед. Ладно, пойду проверю главный склад. Первый раз он сидел в морозильнике. Там есть холодильник с мороженым. Может быть, он мороженого решил поесть? Какая же здесь холодрыга. Мороженщик! Я все-таки нашел мороженое. Мороженое поможет мне восстановить все силы. Да ешь! У нас там с пацанами куча мороженого. Это только жалкие остатки. Мы-то там нормально пируем. Ладно, потом доем, как разберусь с этими блогерами проклятыми. Стой, стой! Да, Артём, включай! Мороженщик без сознания. Он начинает таять. Самое время снять с него маску. Да ну! Вы это видите? Смотрите, какие у него страшные глаза и рот. Что это за демон? Вы поплатите за это. Нет, он становится прозрачным. Куда? Он исчезает. Он пропал, но зато у нас теперь осталась маска. Надеюсь, он еще за ней вернется. И тогда мы точно выясним, что это за демон такой. А я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Обязательно подписывайся на канал и тыкай вот сюда и смотри эту пулю. 100 000 лайков, и мы снимем ролик, как следим за злым мороженщиком в реальной жизни. Жми сюда, смотри видосы и пока!